Полагаю, сезон сноуборда закрыт. Снова эти чертовые вертолеты. Когда я вернусь в Чикаго, я обязательно получу летные права. Я должен зайти в здание вокзала и разблокировать эту чертову кабину. Теперь, когда я избавился от этой сволочи, я могу вернуться в кабину. Va voir le corps. Non, toi. Toi. Il est mort, on l'a tué. Bah, il faut s'assurer. Vous êtes un merde. Rien. Elle est pas là. Impossible. Можно было предположить, что Аранья нанимает более разумных людей, чем эти идиоты. Мне стоит войти внутрь до того, как этот мерзавец на вертолете пойдет на второй круг. Сальви!
если столь предсказуем, готов к смерти. А как насчет сперва перепихнуться? Путаешь меня с другим видом пауков, и я не хочу становиться вдовой. Потрясающе! Это же просто сумасшедшая воздушная гимнастка! Теперь понятно, почему ее прозвали паучихой! Мне вот интересно, долго ли будут дергаться твои ножки после того, как я их оторву? Давайся прямо сейчас, и я сделаю вид, что уважаю тебя, когда мы окажемся в постели. Кот Араньи был более коротким, чем остальные. Прости, но это мое. Я бы хотел заставить ее кричать другим способом, но как минимум она все-таки лежала на спине. Теперь я знал, куда они собирались переместить станок. Парижское братство. Но прежде чем идти туда, мне надо увидеть истинного убийцу. Милый папочка... Где же ты прячешься? Yeah.
Должно быть, я совсем близко. Уж очень неприятное тут место. Здесь братство прячет свои секреты. Здесь находится истина. Имена настоящих убийц Кеннеди, Линкольна и Ганди. Палачей Пхутта, Рабина и Джесси Джеймса. Черт, может быть, даже Юлия Цезаря. Их убийцы наверняка похоронены здесь или будут похоронены здесь, если они еще живы. Я лакей при дворе смерти. И я ищу короля. Как глубоко ведет эта пещера? Он должен быть уже недалеко. Нам ни разу не удалось поговорить, и я не знаю, что бы я сказал. Все сходится. Не стопроцентно, но достаточно. Как мы. Человек, который убил маму, бессмертный. Ты его не достал. Думаю, он еще жив. И я знаю, где он. Спасибо, папа. За мной должок.